Здравствуйте, товарищи, с вами Сет. Мы продолжаем проходить DLC Цитадель для Mass Effect. Остановились мы на том, что в нашу квартирку новую завалились абсолютно все члены нашей команды. И даже не спросили, чё, как. Ну, надеюсь, они хотя бы принесли бухла, чтобы отмечать новоселье. Но что-то я не вижу, чтобы кто-то пил. Рекс, почему ты не пьёшь? Расскажи мне о своих проблемах. Не растерял, но... А, то есть тут базар будет неполноценный, а чисто вот такие фразочки. В мою эпоху, когда нам приходилось бежать с поля боя через контейнеры с водным... С водными животными, мы обычно... А, точно, мы так не делали. Вы первопроходец. Ха. Подколол, подколол. А, может, еще можно побазарить? Ну-ка. Командор. Это все, что ты хочешь сказать? Думал, мы свой отстреляли, когда тут Сербер хозяйничал. Да, это уже после нападения Цербера на Цитадель. Так. Куда еще? Вот в спортзал никто не пришел, хотя этот. Хотя, наверное, хотя... Блядь, ну и квартира. Хер че найдешь, ладно. Ты кто? Я кое-что нашла, собрать команду, когда будешь готова. Ладно, с вами поговорю в последнюю очередь. Ты! Сзади тебя стоят... Ебать, ты низкий. Стоят три бутылки с бухлом, почему ты не пьешь? Был у меня похожий приятель, ну, то есть, не то чтобы приятель. Скорее, заключенный, который нам помогал. Я про то, что Брукс, она ничего себе, как думаешь, у нее никого нет? Ебать, ты нашел на кого заглядываться, она же вообще нервная. Может, позже, когда все закончится и утрясется, мы поговорим насчет этой истории с приманкой. Да, не ссы, нормально все. Эшли? Хорошо, что Лиара этим занялась. Если кто-то и способен прошерстить гору нудятины и искать единственную зацепку, то это она. Во времена паломничества я ходила вокруг этого суши-бара и разглядывала рыб в витрине. Я знала, что меня на порог не пустят, но думала, вот когда-нибудь я спасу галактику, покажи, чего я стою, и тогда схожу туда пообедаю. И тут ты проламываешь им пол. Там вообще еда не клевая. Чё, еде нравится? Ты какая-то зеленая. Нет, показалось. Нападение на ресторан стало сенсацией. Потерь среди гражданских нет, но много жертв среди рыб. Это они типа меня подкалывают, да? Так, это вся моя команда, я просто давно не играл, я не помню. Раз, два, три, четыре, пять. У меня всего пять компаньонов, а где... Где, например... Гарус, вот, Гаруса забыли. Спрятался там. Эй, ты, любишь скульптуры? Теперь пяти минут хватает, чтобы стать мишенью. С другой стороны, у нас есть тайное убежище, если только плохие парни не догадаются заглянуть в окно. Оно не тайное, оно просто квартира. Так, ну вот теперь, кажись, со всеми поболтали. Да, с этими двумя тоже. Давайте поговорим с Брукс сначала, с Брукс. А, не, вон тут там еще кто-то сидит. Ты кто? Лейтенант Кортес? Ебать, ты-то зачем сюда пришел? Я тебя не люблю. Я рад, что ты выбралась из засады в целости. Но на будущее надо усвоить. Никаких ужинов с Джокером. Добром это не кончится. Да уж, не надо совращать моего пилота. Так, почта. Давай. Выкладывай. Напишу рапорт о ранении. Говорят... Там черт ногу сломит. Выйдет быстрее, если шаблон. В тебя видео много раз стреляли. Ну ладно, давай. У меня есть кое-что, хочешь, назову
Созову собрание. Давай, собрание. Родительское собрание. Отследили Ган. He's been suspected of using his profits to smuggle weapons onto the Citadel. Immediately after the attempt on Shepard's life, Khan made an interesting call. I'm cutting you off. I'm returning your down payment now. What's the problem? Turn on a vid screen. When I sell a gun, I don't want it showing up on the nightly news. You won't be linked to me. Save it. Our association is terminated. And if you even think of coming after me, I've got info on you ready for prime time. So you ponder that. Khan out. So that's our identity thief. Looks like he's got an ID disguiser. Those things are a pain in the ass to get around. Что за наемники? Частная военная компания КАТ-6. Многим известны в Альянсе, уволенные со службы по статье. У многих там криминальное прошлое, злоупотребление стероидами и прочие милые шалости. Нанял их явно этот вор, а не Хан. Пришлось задействовать биометрические данные оружия, соларианскую разведку и ханарскую проститутку. Нет. Но правда скучная. Хан мог бы нам помочь. Maybe he'd pass on that info to us. That would take some extremely smooth talking. If he sees you, he'll probably send you a revenge. The casino has a panic room. Chances are he'll have gone to ground there. Edie can give us programs to hack the door. Может дать программы для взлома замков, но камеры и охранники все усложняют. Хан мог исчезнуть, а чего, а то и хуже. If his guards ever open fire, normal people could get hit. Like I did. She's right. We can't risk spooking him. Пугать нельзя, это опасно. Зайдем тихо, малым отрядом, без пальбы. Сегодня вечером казино будет проводить благотворительный прием в помощь беженцам. Purchase some tickets, Glyph. Then call up a layout of the building. Score. So, how close can you get? You don't usually put a back door in a panic room. Вот эта шахта обходит систему безопасности и выходит в хранилище. Там можно отключить камеру у дверей убежища. Это точно не я, я слишком много жареных варенов съел. Подозреваю, что схему в моем скафандре засекут сенсоры. Мое присутствие в казино вызовет подозрение. Ботам туда нельзя, ведь у них могут программы для нечестной игры. Вам нужен кто-то, кто не будет использовать технологии без электроники, без металла, только необнаружимые полимеры. У нас были курсы взрывного дела, мы обнаружили бомбу пинцетиками. Вы же сами сказали, что у нас слишком много технологий. But I managed to get shot just coming to talk to you. Now I'm supposed to hack my way into a safe room. We'll be backing you up. The second you hit something you can't handle, we'll cover you. If that's settled, it looks like there's one last hurdle to get us inside. Which is? Black tie required. Вход в смокингах. Нихера себе, сколько у меня тут оказывается народу. Значит, что, Иди брать нельзя. Она бот. Это что-то мне подсказывает, что Апартанин тоже немножечко подозрения вызовет. Так, ну давайте возьмем. Это что у нас делает? Урон от умения плюс 25%, давай. Один человек всего. Ну, ладно. Брукс, типа, обязательно, но... Ну, окей. Я вообще думал то, что сейчас нам дадут возможность, как в конце второго Mass Effect'а самоубийственной миссии, самому распределить, кто куда пойдет. Это ж клево было. Сегодня вечером ты прекрасно выглядишь.
Hopefully not. А, это Брукс? Нифига себе, я даже не узнать. У Хана повсюду систем наблюдения, явно то вместе смешалась с гостями. У Азари такое тело всегда офигенное, а они такое платье. Что это за платье такое? В котором все закрыто просто, жесть. Так, ну давайте, общаться. С кем бы пообщаться? Вон стоит какой-то печальный чувак. Давай, печальный чувак, пообщаемся с тобой. Ну, похоже, у Азари у всех такие... Да тут и у людей такие закрытые какие-то латексные костюмы. Блин, у Шепард самый этот получается. Evening, officer. А, ты охранник. Квазар. Руководство по игре. Выберите ставку перед началом игры. В начале игры вы получите от 1 до 5 очков. Затем вы можете выбить либо от 1 до 8, либо от 4 до 7 очков. Любое количество раз. Набить максимально близкое к 20 число очков без перебора. О, к 20, то есть не к 21. Выберите выплату, чтобы закончить игру. Двадцать один, ничего. Интересная хрень. Ну, это, короче, этот. Блэкджек. Я наверху у решетки, которая ведет в шахту, но тут одна проблема. Вы можете подойти? Так, а сколько у меня? 6 7 15 20. Я выиграл. Ну окей. Давайте 750 поставим. Двадцать. А тут можно проиграть вообще, нет? Ну ладно, баблище немножко поднял. Ты что? Да, здорово, просто тут еще потом выступать огнеглотатель, а над кварталом выпустят фейерверки. На Новый год горели, не знаю как вышло, но смотрелось вообще отпад. Фейерверки в вакууме. Куда-то Ляра делась. Мне куда-то надо подойти, сказала это. Ты наверху? Окей, пошли наверх. Я вижу лестницу. Мне дадут в этой игре вообще костюм-то одеть или нет свой? Как всегда, припадочные эти. Это молодежь гуляет, а я пью. Сегодня ринкл со льдом. Не самый легкий напиток. Ну и насрать вообще. А, или что, мне сюда нужно? А, потанцевать. Ну, танцевать Шепард не умеет. Моя, во всяком случае. На решетке сигнализация. Ну давай, Ляра, действуй. Fingers crossed. The lens is working. Good. Follow the blue wiring. Blue wiring. In case it needs to be said, don't try to bypass a camera while you're being watched. Не пытайся сломать, когда на тебя смотрит камера. It will fool the camera, but it'll self-delete after a few seconds. Got it. Ну вот камера смотрит на сигнализацию, и чё? А, вот как это все. То есть только на время. Все что ли? Там же два было разветвления.
продолжить общаться. Ну давай, бармен, налей, братуха, налей. Ебать, желтые глаза. Мистер Кан сказал сбрать из меню кое-какие напитки. Тоже азарийские, но с ног валят моментально. А ты чего посоветуешь, Лиара? Видно, ничего. Ладно, давайте общаться. Чё у нас тут? Куда ведёт эта фигня? Охранник. Чё у нас тут? Ха, непонятная херня какая-то, ладно. Ты! Обожаю рулетку, с ней каждая минута круче следующей. Бросьте, изъяны бывают даже у бриллиантов. Но от этого они дешевле не становятся. А где вы учились? В онлайне, там можно брать любые курсы. Вообще-то бриллианты дешевле становятся, если у них изъяны есть. Так, ну давайте. С кем побазарить? Сыграем в рулеточку, да? Одиночный номер, диапазон номеров, красные номера, черные номера. Чтобы начать, фишки. На выигравших в одиночных номерах выплат более высокий. Короче, ясно, обычная рулетка. Ну давайте попробуем. Надо просто поставить... Так, ну давайте поставим на зеро. И чё? Как дальше-то действовать? Ну вот я поставил, чё дальше? Что это вообще значит? Херня какая-то, короче. Как... Надо обязательно 3, что ли, поставить? Я бы все на 0 поставил. 19. Ну, я что-то выиграл. Хотя, ладно. Минус 500 кредитов, но это фигня. Так. Где она есть? Я не понял. Она сказала, что прямо над ней охранник. Где этот охранник? Moving to confront. Send backup. We're taking care of it, ma'am. Appreciate the help. Интересно, может на самом деле там наркоман какой-нибудь сидит? Thanks, commander. I'll see if I can get А где тут бедрум вообще? And I'll get back to blending in. Slow and steady. We'll get to Khan. I see the security gate. Okay, that's great. But we gotta wait on that until I reach the end of the duct. Ебать, тут все перекрыто, короче. Пообщаемся. Соларианцы идеальны. Моя лаборатория на Суркеше, там все соларианцы, кроме меня, и у всех мать их идеальная память. It was constant one-upmanship. I couldn't keep pace with them if I wanted to. Ладно, что нам делать? Общаться? Interesting. You're not mingling and you're not betting. What's your game?
Меня зовут Роланд Кварн, а интересует меня капитан Шепард, сердца и умы. Большинство гостей пришли в казино ради хорошего дела, а другие лишь за тем, чтобы их заметили. Они фальшивки, если можно так сказать. Откуда он знает, что я Шепард? Вот в чем вопрос. Если какой-то турианец просто так посмотрел на меня и узнал, что я Шепард, то... То, блин, охранники, которые вечно на меня зырят, по-моему, должны немножечко озаботиться. Нифига себе, что мне обойти попытаться эту фигню? У меня тут датчик давления и детектор препятствий, я их отсюда не отключу. Брукс, ждите, пока мы найдем нужные провода и отключим сенсоры. По красному проводу, окей. Красный провод я видел, куда ведет. Не сюда. Не, вот здесь вот красный провод ведет, вон к тому, вон к той фигне. Так, ну чё, у нас тут видит нас здесь кто-нибудь, нет? А то неохота миссию заново начинать. А, отвлекай давай. Они всех пытаются наркоманами отвлекать. Или вообще, чё они? Брукс, try it now. Checking the pressure pad. No alarms. Looks good. Follow the red wiring. Мне кажется, то, что в следующий раз наркоманская тематика может немножечко не это, не проканать. А то сообщат, кто-то ходит вечно и про наркоманов рассказывает, а мы ничего не находим. There's a junction by the roulette wheels, but it's in plain view of two guards. But you can do something, right? Because my legs are maybe sort of starting to fall asleep a little. Hang in there. We've got this. Так, ну допустим. А где второй охранник, который все видит? Вот один, окей, а второй. Guard spotted me. If you act normal, hopefully he'll move on. Бля, ну их тут двое. Окей. Побазарим еще о чем-нибудь. Мнение простого народа. Дома с убирающимися крышами. Это дома с убирающей крышей, это модно. Только у одного, что на Стадере, надо о нем позаботиться, ведь то, что на земле, его жнецы, что-то там. Почему она не блондинка? Она должна быть блондинкой. Чисто по логике. Так. You look hungry. They have vet-grown swordfish in the restaurant. Shall I save you a bite? Wouldn't turn that down. Так, ну ясно. Я просто немножечко не заметил второго охранника в тот раз. Be careful, Brooks. Brooks? Oh, son of a... Hey, Commander. What? What happened? Я свяжусь с охранником, скажу, что это ложное срабатывание, но вы должны остановить его раньше, чем он дойдет до Брукс. Ну, я могу бегать. Hey! Опять про наркотики, давайте. Мы проверили срабатывание сигнализации хранилища, там чисто ложная тревога. И это сказала Иди. Oh, I'm sorry. Are you a security?
thought you were a friend of mine. You've got the same suit. You... Enjoy your evening. Ну, п. Он, наверное, хотел сказать, ну, You're пиздец. Clear, Ну чё, может, найдём ещё каких-нибудь автоматов? Вот, ещё какой-то автомат. Варенские бега. Руководство по игре. Выберите одного из четырёх доступных варенов и сделайте ставку. Если выбранный варен выиграет забеги, вы получите выплату. Варен с меньшими шансами на победу принесёт вам большой куш. Ну окей. Ну так, а... Как ставку-то сделать? А, вот оно чё. Ставка 8 к 1, 1 к 1, 2 к 1 и 4 к 1. А какое, интересно... Ну, 8 к 1, то есть это, по-моему, хорошо. А вот 1 к 1 это фигово. Давайте 750, чё, мне жалко, что ли? Неужто выиграю? Один к одному. И сколько я выиграл? А сколько я... Сколько бабла дали? Один к одному это крутая ставка или наоборот говно? Ты кто такой? Tomorrow starts with the Help a Dream Foundation, then its blood drive, refugee camp, and hospital tour. Sounds like you turned pro. I try. Ms. Rios believes we have an obligation to the less fortunate. Of course. So how are you liking the party so far? There's a party? Она какая-то обдолбанная. Да. Ну-ка, давайте посмотрим на текстурки. Блять, застрял в них. Не на свои текстурки, на текстурки людей. Okay. So now I think you just need to get to me. I'm on the other side of the security gate. Right. Have you bypassed the camera back there? Well, I got my side. Yours is still on though. We need to finish this before someone comes. I can't get the security gate to open from here. The junction must be on your side. It might be tricky. Just so you know. Have a little faith. Вот мне интересно, что мешает камере следить не только вот за этой фигнёй, но и за своим же датчиком. Кого бы отвлечь? Я думаю, вот этого. Is that design inspired by late period Inusanan artwork? The attention to detail. А кто наблюдает-то за мной? А, камера. I guess they were a gift. Are they valuable? You have a good night now. Is there somewhere I can go to make a private call? It's very important. Let me see what I can do. Чё, так просто? Ебать. Никто ничего не заметил, да? Кан, I'm not here to threaten you. We need to talk. Кажется, он уже мёртв. Ну, как это обычно, по закону жанра. What the hell? I see this conversation will be strictly one-sided. Commander, there's a deletion order on the terminal. Damn it! Everything wiped. Все стерто, не знаю, это или убийцы. Когда включила тревогу, что-то там. Mistakes. Thought so. Whoever it was had to do this fast. They wiped the terminal, but not the comm. Oh. So we can take the comm back to the safe house to scan it, or... Elijah, come crawling back. Guess again. You. I see you've recovered from flopping on the floor like a fish. Не бьешься пол, как рыба.
You'll need to do better than that. The last guy that trash talked to me was a few kilometers taller than you. Несколько километров ростом. У тебя нет ничего, ты можешь только ждать, когда обрушится мост. Я собираюсь забрать все, что у тебя есть, все, что составляет тебя. Sorry, Commander. There wasn't enough time to trace the call. We're not finished. Pull out the data drives. The ones that got wiped? Со стертыми, думаете, мы что-то найдем? У Иди, возможно, все. Чем скорее мы доберемся, тем скорее отследим эту угрозу. Да. Ну что ж. Сейчас посмотрим, будет какой-нибудь ролик сразу или нет. Эта миссия просто жесть. Тут через раз, похоже, эти летсплеи будут чисто про базар. Brooks, work with Edie to see if there's anything useful on those drives. Here's hoping. I'll let you know what we find, Commander. Кого-то она мне напоминает. Ну ладно. На этом мы и закончим этот летсплей, а со всеми базарить будем в следующем. Так что, если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, вступайте в группу ВКонтакте и ждите продолжения. Надеюсь, в следующем летсплее нам хотя бы пострелять дадут. А с вами был Сет. До свидания.